Вот, нашелся предназначение, мы не только ныряем, но и будем разводить гребешок на базе дайв-центра. А как это будет, вот вы увидите в этом ролике. Держим мешки, в которых гребешок, и я отдаю им, а они его там перерабатывают, очищают его. Сортируем, чистим, вот, и потом отдаем туда на переборку. Перебирают от меди, отделяют гребешок для дальнейшего выпуска в море. Третьяков Анатолий Арнольдович, руководитель компании «Сахалиндайвинг». Я так поняла, вы просто это все на энтузиазме делаете? Не совсем. У нас были года, когда мы на энтузиазме делали за свой счет, а иногда некоторые года мы сотрудничаем с «Сахниро», участвуем в программе по воспроизводству морского гребешка. И оказываем, да, водолазное сопровождение, и плюс у нас клуб подводного плавания. И вот люди, энтузиасты, как бы, приезжают помочь волонтерам. Сегодня сказали, 600 ящиков, да, поднялись? Сегодня вы их... 600 мешков. Мешков, да. Да. А что дальше с ними? А дальше мы все мешки вскрываем. И после этого идет очистка. Вначале грубая очистка, промывка, а затем сортируем гребешка, отделяем морскую звезду как опасного вредителя, так сказать, ну, пожирателя гребешка, и миди. Отделяем это все, и потом чистого гребешка будем на акватории, на подготовленную площадку выпускать. Из этих 600 мешков сколько, ну, в килограммах, не знаю, получается гребешка или в штуках, как вы считаете? Ну, рассчитываем, уже предварительные оценки делали, рассчитываем порядка 150 тысяч экземпляров выпустить сегодня, завтра. Ну, здесь бывало, вес много, все люди. С одной стороны закрываем, как привязанные люди. Хлопают в ладоши.
Детский сад «Ромашка». В данный момент мы сейчас выходим в море для высадки гребешка. То есть мы будем его сеять, как сеятели в легендарном фильме «12 сулей». Кадры вообще будут ураган. Вода не теплая. Заходить будет уже некомфортно. Заходить будет некомфортно. Чегойка. Буду медленно идти. Петро.
еще один. А? Еще один. Давай, давай. Граница. Thank you.